Всем привет! 19 сентября 2021 год. Вот в этом доме у нас Аленка сейчас живет, мы снимаем жилье. А это вот дворы обычных пятиэтажек в городе Краснодар. Что мы здесь видим с вами? Мы видим с вами здесь гибискусы, красавцы. Пассифлора растет эффектная. Улиток целая тьма. Очень много амаранта. Будлея красотка, которая уже отцвела. Сорняков, кстати, здесь практически нет. Обратите внимание, насколько тщательно следят за состоянием цветочных насаждений. Ух ты! Альбиция ленкоранская. Эффектнейшие гибискусы, причем видите разных оттенков, от темно-красных до розовых. Молодые побеги пассифлоры. Там у нас желтенькая кирия видна. Дом в управлении ООО ГУК Краснодара. Ну, прикольно, короче. Амаранты растут, бетонные столбы особенно эффектно выглядят. Обратите внимание на белую форму гибискуса. Очень много ирисов. Ой, там кто-то сажал цветочки здоровские. Пионы красавчики растут. Видите? Пионов очень много. Глициния, кампсис. Ну, естественно, это растения, которые уже давно отцвели. И помеи очень много. Я, знаете, еще на что обратил внимание? Здесь есть клещевина. Космея, обратите внимание, необычная форма. Такая космея редкость. Вербена мелкая встречается. Козья жимолость. Но это тоже уже доцветающие растения. Амаранта много. Астры, хризантемки маленькие. Хоста есть. Хоста красотка. Опять-таки будлея из необычного экзотики, конечно, клещевину хочу вам показать. Гибискусы, гибискусы очень эффектные, красавцы. Ой, как у нас в Пицунде возвышается липа. Вот это да. Не только гибискусы. Ну, накрывают, наверное. Спирея. Вон хоста цветущая, видите? Красивые цветочки. И самое главное, кактус, опунция. Вот, пожалуйста, занимайтесь цветоводством в городе Краснодар. Улица Ставропольская, 220 какой-то дом. Эффектная, вон видите, клещевина поднимается, виноград над головой. Груша растет. Плоды, вон видите, маленькие, высохшие. Гляньте, сколько винограда над головой. Ой, он так пахнет. Сейчас появился сочный, немножко винный запах. Вот так вот. Обычный виноград. Кошка маленькая. Вот наша машинка стоит. Это я растение увидел, остановился. Там сейчас вся семья сидит, ждет. Амаранты. Грибочек классно сделан из красного тазика. Из белого эмалированного, который покрашен красной краской. Вот они маленькие. Растения клещевины, а вон они огромные какие, большие-большие. Гляньте, сколько ирисов здесь. Красиво за ними следят. Виноград вон вьется до второго этажа. Вот они, эти эффектные растения. Мы пытались на даче выращивать, честно говоря, у нас оно не зашло.
К сожалению, все растения погибли. Ну, мы их, честно говоря, и поливать забывали, но здесь вообще круто. Это вот просто дворик. Рандомно. Мы просто ехали мимо, я остановился. Ух, какая красота!